Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников «Общество в саду» Луи Вальта. «Холст масла», написано около 1898 года, 65 на 82. Поступление из Государственного музея нового западного искусства, ранее в собрании Морозова. Сейчас эта картина находится в главном штабе Эрмитаж, Санкт-Петербург. Французский художник Луи Вальта, близкий к фавизму, писал пейзажи, сцены из современной жизни и натюрморты. Его творчество очень ценил Огюст Ренуар. Приехав в Париж, он поступил в школу изящных искусств, мастерскую Гюстава Моро. Одновременно посещал Академию Жулиана. Сблизился с художниками группы Наби, Марисом Дени, Пьером Бонаром, Эдуардом Вюайером. С 1889 начал выставляться в Салоне независимых. Под влиянием Анри де Тулуз-Лотрека Вальта начал использовать в своем творчестве темную цветовую гамму. Однако уже во второй половине 1890-х годов колорит его работ строился на сопоставлении интенсивных открытых цветов, что предвосхищало фавизм. С 1948 года он полностью потерял зрение и был вынужден отказаться от работы. Вот так написано о картине Луи Вальта «Общество в саду». Данные я взял из интернета. Картина находится в главном штабе Эрмитажа, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.